старости в творчестве Гога живопись стремительно начала отходить на второй план, уступая место скульптуре. Этим видом изобразительного искусства мастер, предположительно, заинтересовался еще в 1860-х. После показа в 1866 году «Упавшего Жакея» в прессе появилась критическая заметка, автор которой утверждал, что художник еще не вполне знаком со строением лошади и ему следует работать не в двух измерениях, а в трех. Обращение к скульптуре в самом деле позволило Дега лучше понять анатомию человека и животного и тем самым улучшить собственную живопись. В одном из писем 1908 года, адресованном французскому художнику Анри Руару, мастер сокрушался. «Не сердись, мой дорогой друг, что я с таким опозданием отвечаю на твое хорошее. Скоро я совсем ослепну. Там, где нет рыбы, не нужно строить из себя рыбака, а я еще хочу строить из себя скульптора». Все фигурки, посвященные излюбленным темам балета, скачек и купающихся женщин, Дега создавал из воска, глины и пластилина. Преследуемый желанием ухватить движение, мастер выбирал для работы мягкие материалы, которые позволяли в любой момент внести изменения. В письме все тому же Руару, датированном 1911 годом, художник признавался: несмотря на проблемы со здоровьем, он все время работает над своими проклятыми скульптурами. Часто недовольный результатом, подавленный и раздражительный, Дега то и дело уничтожал готовые статуэтки. По воспоминаниям современников, в мастерской нередко можно было увидеть восковой, глиняный или пластилиновый шарик на месте, где еще вчера стояла танцовщица или лошадь. После смерти художника в его студии обнаружили порядка 150 фигур, многие из которых были частично разрушены. Хорошо сохранившиеся экземпляры наследники Дега отлили в бронзе. В общей сложности получилось 73 скульптуры. 74-я школьница была отлита несколько лет спустя. Воплотить задуманное доверили литейной мастерской Эбрара. Чтобы не повредить оригиналы и воссоздать их максимально точно, пришлось изготовить гибкие желатиновые формы. С согласия родственников и друзей живописца, с каждого подлинника сделали несколько точных копий, так называемых реплик. Один экземпляр предназначался наследникам, на нем ставили клеймо «Хеа», другой – литейщику с пометкой «Хеа Ди», третий – на продажу, обозначался буквами от «А» до «Т».
Таким образом, каждая статуэтка получила не только порядковый номер от 1 до 74, но и дополнительную буквенную маркировку, указывающую на ее принадлежность к определенной серии. Любопытно, что большинство бронзовых реплик, ныне хранящихся во многих музеях мира, воспроизведены именно со скульптур с клеймом Хеади. Их отливали вплоть до середины 20 века. А вот восковые оригиналы, обнаруженные в подвалах мастерской Эбрара после Второй мировой войны, приобрел американский коллекционер и филантроп Пол Меллон, а затем передал в крупнейшие культурные учреждения – Национальную галерею искусств в Вашингтоне, музей Орсе, Париже, музеи Ричмонда и Кембриджа. При жизни Дега была выставлена лишь одна фигурка, названная им «маленькая 14-летняя танцовщица». Прежде чем приступить к ее созданию, художник по обыкновению сделал около 20 карандашных эскизов. Один из них сейчас хранится в частном собрании в Лондоне. Моделью послужила Мари ван Гетен, ученица балетной школы Парижской оперы, дочь бельгийского портного и прачки.
Эта самая амбициозная из ранних скульптур мастера была представлена публике в 1881 году на шестой выставке импрессионистов. Безусловно, сейчас маленькая 14-летняя танцовщица считается шедевром, но в конце 19 века работа получила довольно неоднозначные отзывы. Так одни критики восхищались реалистичностью исполнения и считали фигурку единственной по-настоящему современной попыткой скульптуры. Другие, напротив, были шокированы и сравнивали девушку с отвратительной обезьянкой, называя цветком преждевременной испорченности и олицетворением разврата. Кроме того, в английском журнале появилась анонимная статья, автор которой утверждал, что скульптура изображает девочку, страдающую слабоумием. В 19 веке танцовщицами парижской оперы, как правило, являлись девушки из низших слоев общества. Молодые, привлекательные, но бедные танцовщицы часто становились предметом преследования богатых опекунов, либо сами искали покровителей из числа состоятельных посетителей театра, за что получили прозвище «оперные крысы». Дега как нельзя лучше сумел отразить то бесправное положение, в котором находились юные балерины. Девочка стоит в непринужденной четвертой позиции. Основной вес тела перенесен на выпрямленную левую ногу, правая немного расслаблена. Руки неловко скрещены за спиной, а губы застыли то ли неуверенной, то ли заискивающей улыбки. Общая беззащитность и, возможно, некоторые угодливости позы противопоставлена высоко поднятая голова, несмотря на унизительное клеймо, девочка полна чувства собственного достоинства. Безусловно, публика не смогла понять и принять эту ужасающую реальность, исполненную к тому же с помощью непривычных материалов. Воск, который со временем потемнел, прекрасно имитировал кожу. Парик был выполнен из настоящих человеческих волос, покрытых тонким слоем все того же воска и стянут лентой. Пачка сшита из шелка, а туфельки из материи. Последовавшая реакция заставила Дега в дальнейшем скрывать свое пристрастие к скульптуре. После выставки, словно одержимый, он вновь и вновь переделывал танцовщицу, отказавшись продать ее, даже когда нашелся покупатель. Он работал над ней до самой смерти, полушутя называя своей дочерью.